Всем привет, друзья! На обзоре томат, который называется «Бурый медведь». Очень красивые плоды. Вот такой вот плодик, очень крупный и увесистый. Сейчас мы посмотрим, сколько же затягивают по весу эти томаты. И расскажу про кусты. Ну, как видите, 448 грамм. Один плод затягивает, вот плод поменьше, 273. Это очень вкусный томат. Кусты у него высотой до 2 метров. Плоды вот такие вот. Шоколадно-коричневые, розовые. Как видите, есть полосочки. Ну, это уже перезревший, подпортился. Не обращайте внимания. Присутствуют такие вот полосочки. Золотисто... Ну, фиолетового, коричневого цвета такие вот. Мякоть у него биколорная, двухцветная. Как видите, вот такая вот серединка розовая. Здесь у нас присутствует и зеленый оттенок, и такой шоколадный вкус. Я бы сказал, что в этом сорте присутствует мускат. Очень вкусный томат. Очень он сочный, как видите, даже вот по этой мякоти видно. Он сочный, очень вкусный в салатах. Ну, томатный сок с него получается, конечно, некрасивого цвета, если для борща. Ну, для гурманов, кто любит пить томатный сок, можно эти помидорчики консервировать, сок консервировать, чтобы просто попить, полакомиться, добавить туда сахарку, сладенький сок, или кто любит кисленький. Будет кисленький, очень вкусный получается с этих томатов сок. Кусты, как я говорил, двухметровые в открытом грунте. Урожай большой, до 8 килограмм с куста за сезон. И по сроку созревания он среднеспелый. Созревает вместе со среднеспелыми сортами. Томат плодоносит до заморозков. Поэтому мне он очень понравился. Выращивал его в этом году первый раз. Буду выращивать и в будущем еще. Если вас заинтересовали семена данного сорта, в описании под видео есть ссылка на мой сайт, где можно приобрести эти семена. А также, если вы его выращивали, этот сорт, напишите, как он у вас, как он вам понравился или нет. Так как мне очень важно знать ваше мнение, в каких регионах, как он плодоносит, какой урожай и какой вес плодов. Ну а также поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал, если не подписаны, чтобы не пропустить обзоры и других интересных томатов. На протяжении ближайших дней выйдет очень много обзоров не только томатов, а и тыквенные всякие растения, перец, цветочки. Все вам буду показывать. Ну а пока что прощаюсь с вами. До следующих обзоров. Всем пока!